Угостите своих любимых этим простым, но очень вкусным салатом. Они будут в восторге. Блюдо готовится легко и просто, а результат не заставит себя долго ждать. Салат готовится из самых простых и доступных всем ингредиентов. Минимум вашего времени и отличный ужин для семьи на столе. Попробуйте. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Порежьте шампиньоны на тонкие дольки. Обжарьте грибы сначала на сухой сковороде до выпаривания жидкости. Затем добавьте масло и обжарьте в течение 5 минут. Порежьте мелко лук и добавьте к шампиньонам. Обжарьте в течение 10 минут на среднем огне. Переложите на тарелку и остудите. Натрите яйца на мелкой терке. Положите в чашу яйца, сыр и майонез. Все перемешайте. Удалите у курицы кости и нарежьте кубиком. Разровняйте на грибах половину сырной массы. Сверху выложите курицу. Порежьте помидор и украсьте верх салата.